Так. Давай-ка посмотрим, что мы можем прокачать. Больше Теперь я могу. боеприпасов. Туда неплохо. Супер Эми. Ну, я бы взял. А что это дает? Стреляет самонаводящимся рельсотрон, сокращение времени О, тут такая. перезарядки. Боеприпасы для дополнительного оружия через некоторое время пополняются автоматически. Вообще кайф, надо будет это потом брать. Я взял супер крутую Эми. Кайф. А я свои скиллы вообще не качаю. Ну, щиты. А Кому оно зачем? надо? Кому оно нужно? Я им вообще не пользуюсь. Ладно, я готов. Ну вот. Получается, ты ездишь на БТРе без навыка. Как бы выбрал персонажа, но не пользуюсь его скиллами. Логика. Ну, потому что ты просто любишь африканцев и всегда хотел Конечно, быть. я самый политкорректный негр. Вот. Да в каком там фильме сделали белого из негра? Железные небеса? А, не знаю. На багажную полку боеголовку не лучшая идея. Let's go give him his surprise. LVA Warhead, one previous careless owner. Ты будешь храмы взрывать атомной бомбой? Зачем? Это же ж храмы. Это же Это же ж... историческое наследие. А кого это волнует? Полетели. Блин, мне эта игра все больше и больше напоминает контру, честно. Ну, Тотальный она мне хаос, напоминает... безумие, постоянная стрельба. Что-то в этом есть. Мне она напоминает серию CNC и... Этот. Вообще, блин, при чем тут CNC? CNC это стратегия, а это шутер. Аркадный. Ну, типа ты за один юнит играешь в CNC. Да ну фиг знает. Тут можно тогда любую игру тогда сказать, что она похожа на CNC. Нет, ну Майнкрафт совсем не похож. Так, опа. Нам танки Ну, нужно древний уничтожить. город, инков или кого это? Так, мне надо теперь индианочку забрать себе в гарем. У Вообще-то, нас знаешь, проблемы. честно, я скажу, мусульманство классно одним. Многоженство? Да, многоженство. Вот только за Полностью это я люблю поддерживаю. Легальные ислам. гаремы. Тут это танки, у нас как бы, ну. Как бы так правильно сказать? Пусть он О! выйдет, О, я не блин, хочу. он стрельнул стенку и нанес мне урон. Это как-то. Броню! А, точно, я Используй совсем броню. забыл. Совсем забыл. Пусть упавит стреляет. Давай, ты кусок говна, давай! Это все. Ой, блин, у меня щит закончился! И тебя убили? Да! Типа, давай, кусок дерьма, стреляй! Щит закончился! Сука! Гениально! Нет, Чейз! Нормально, это был мой Только не брат-близнец. это. Конфликт улажен. А господи, А у куда меня меня заспавнило? электромагнитка. Меня заспавнило? Чёрт за где от вас? Так, что дальше? Дальше едем вперед, только вперед. Понятно. Блин. Нам нужно уничтожить ангар, откуда производят танки. Ну вот смотри, сейчас мы приедем на заводик танковый, где производят этих танков. Конвейерную ленту такой подрежем и все, минус танки. Ну, так что вполне CNC. Даже если бы такую игру сделали по CNC, я бы играл бы. Да я бы И мне тоже. бы. Я там стреляю вообще-то. Я вообще-то бомбу установил, все. А, молодец. Не знал, что у тебя был какой-то Ремонт. план. Мне нужен ремонт. А вот. Ох, отлично. А кому он не нужен, скажи, в наше время? Этот ремонт. Блин! Ракеты, это тут все подряд. Тому, у кого он уже есть. Блин! Прощайте. Чё-то я как-то слишком А ты... сильно под пули бросаюсь. Ты не взял вторую жизнь? Взял. Мне еще две. О, нет, в смысле эту, как я... Блин! О, еще один танк, да? Ну я все Я ракеты в него заезжаю. выкинул. Ты В пока принципе. справляйся с танком, я внутри. Но он очень неповоротливый, с ним просто справляться. Еще один завод. Все, ты его убил? Да. Он, в принципе, простой.
Так, бери аптеки. А, нам дальше налево. Не люблю ходить налево, но что поделать. Да, Наташа разрешает. Да, слава богу. Ой, блин. Что тут творится? У нас не шведская семья. Мусульманская, блин. Ну, мусульманская, да, тоже. Шведско-мусульманская такая. Ну да. Ты снизу, я сверху. Заходим на эту базу, да? Да, ну как хочешь, здесь без разницы, мне кажется. Как на нее зайти? Главное зайти. Нет, ну как, тактически. Тактически залетай на нее и все. Уничтожай все, что движется, и то, что стреляет. Так, я остановлю танк при помощи. Да, я понял. Давно бы так. Готово. Кстати, да, можно было раньше так делать. Я, кстати, да. Не додумался. Кто-то две жизни потерял. О, если надо, аптечка валяется. Тебе нужна аптечка? Не. Сейчас он молотком выйдет и отремонтирует. Переросток, блин. Этот дрон переросток летит к нам. Да-да. А, Инферно. И где же этот ублюдок? А ну покажись. А интересно, можно вертолет огнеметом спалить? А, ну если он достаточно дальнобойный. Ну фиг знает, сейчас проверим. Главное, стреляй. Да. Ой-е. Я сожгу огнеметом этот самолет. Блин, а он больно стреляется. А, и все, что ли? Лох. Лох. Ну, чувак, прилетай еще раз на чем-то другом, мы тебя на чем-то более мощном. А то эта тарантайка как-то быстро на гайке разобралась. Жизни нужны? Дополнительные, в смысле? Или ХП? Не, за ХП. Не надо. Все. Пошли собирать. Вот теперь мы занимаемся чем-то благородным. Нам нужно собрать реликвии. Золотые статуи собираем. Норм. Ну, поехали. Вроде противников здесь нет. Можно теперь спокойненько заняться археологическими изысканиями. Конечно. Всегда любил археологию. Особенно, когда за нее хорошо платят. Мы ни разу не черные археологи. Не. Все ради исследования и науки. Да. Так, еду за тобой. Не, можешь... А хотя, в принципе. Ой. Тебе все равно тоже в то же направление. Да. Но ты мог бы... Мы бы быстрее, если бы разделились. Да, нормально. О, от моего щита даже ракета рикошетит. Клёво. Не знал. Надо им, значит, почаще пользоваться. Не-н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 е, только не это. Только не по лицу. Не убивайте меня, не убивайте. Только не по лицу. Я всего лишь мирный наемник. Тебе ракетница нужна? Не. У меня есть. Значит, я заберу. Ну, у меня еще есть последний шанс, так что... Ха-ха-ха. Уровень. Я чувствую, я стал опытней. Что-то мне подсказывает, вот что-то я такое научился прямо сейчас. Мудрости какой-то житейской, да, наверное? Да. Понял, что воевать вообще-то плохо. Да. О, золотые статуи воровать, это хорошо. Будда. Дай вышечку. Так. О-о-о. Кому-то я надо ее... в больничку. Я парализовал, потому что... Да. Давай я буду подставляться. Вот эта стенка мне напоминает с турелями к контру. Просто один в один, согласись. Mm-hmm. Да, что-то в этом есть. Причем самую первую контру. Блин, да перевернись. При этом мы можем взять артефакты, но мы не можем забрать Индиана. Не знаю. Может, он против участия в этой игре? Надо заставить его силой.
Ой, что у нас там такое? Против? Не, рельсотрон нет, неинтересно. Ракета! Я бы бумеранг взял бы, если бы здесь был. Ага, и копье с наконечником. Как, это, знаешь, типа с ракетой на наконечнике. И на машину вперед поставил бы. Ой, блин, я горю. Разделяемся или нет? Да у нас основные цели здесь снизу, поэтому. Хотя там справа ну, есть. А там артефакты. Да, давай их заберем. Тогда разделяемся. А ты уже? Забрал, да? Я один забрал, да. Ого, все, теперь давай основные цели забирать. Оказался. А тут мост. Здесь же мост. Нормально люди построили. Есть. Ох, ё, а ты куда это уезжаешь? Подожди-ка. Не понял. Ой, десантная машинка. Ё-мо, я вообще ничего не вижу. Просто вокруг один взрыв. Больше взрывов, богу взрывов. Так, да, нам дальше. А, вот по этому мосту ты перебрался. Да-да-да. Там сверху ракетница, аккуратно. Блин, я как-то вообще по головам противников аккуратно. Езжу. Сверху ракетница. Принял, есть. Понял, товарищ. Главное, не спеши. А кто все спешит? Равно успеет. Все равно ракета долетит. Жаль, что нельзя было снять боеголовку и на той ракете в космос улететь. Это был бы неожиданный поворот сюжета. Да, и сказали бы, да срали мы на ваших террористов, инферно и так далее. Мы пошли звезды изучать. Хотели воевать с инопланетянами. И начинается XCOM какой-то. Кстати, вот новый... Так, а у меня не готов, не готов. Нормально, развалили. Новая This is Police, там очень классно, мне понравился XCOM-овский вот этот режим. Он там очень простой, но прикольный. Ну да, серьезно, я но бы я пока сделал первую более... не прошел, за вторую даже браться не хочу. Более сложно, а я прошел. А я нет, я на YouTube ее прошел, но хочется как-то самому. А. Даже лицензию купил, как-то помню. Думаю, как-нибудь ого, пройду. Все так, первую не прошел, да вот уже и вторая вышла. Хотя стоит. Ну, я смотрел Шуса, конечно, он так, ленивый, алкаш. Шус алкаш. Блин! Да какого хера танк смотрел туда, где я 100 пудов буду ехать? У меня последняя жизнь. Ну, я думаю, тут уже все дело к развязке движется, хотя... Да я же не могу выехать. Забери меня с собой. Блин, стой. Фух, я чуть туда не полетел. Я выбрался. Если они там стреляют. Так, я выйду, я заберу ракету. Побереги себя. Тут возьмешь ее за страну, да? Даже. Да, там не так все просто. Там еще ракетная установка, мать ее. Так отъезжай, спасайся. Все нормально. Все в порядке. Оставь большую аптечку. Это была не аптечка? Или это аптечка была? Да. О, огнемет, нормально. О, инферно опять прилетел. Ну, давай посмотрим, что теперь у тебя есть. Он все не успокоится. Он хочет еще, чтобы его изнасиловали. Ему понравилось в прошлый раз. Выжигаю тебя, инферно, тебе нравится? Ты же инферно зовешься. Должно понравиться. Дружище, ты совсем на своих ошибках не учишься, сказали. Прилетай на чем-то более интересном. Мне тут опять на этом говне прилетел. Взрывать древние храмы американской цивилизации. Я категорически против, капитан. О, я думаю, его подорвали. Блин, откуда они пленных вообще берут здесь? Они их земли выкапывают, что ли? Я не пойму. Ну, не знаю. В храмах или, нашли. Или они этих ацтеков решили пленить. Мертвых. Ацтеков? Блин, у меня совсем мало здоровья. Хреново. У меня тоже.
У меня последняя жизнь. Но я пойду вперед, потому что у меня еще жизней много. Сколько у тебя там их еще? 3. А, конечно. У меня, ну, у меня нулевая жизнь, последняя, так сказать. Так что держись и хранись, береги себя. Блин. Не кашляй, не болей. Конечно, я решил спрыгнуть с моста какого-то. Получить урон. Давай, береги себя. Тепло одевайся. Шарфик там, да, не забывай. Да. Стоп, а мы вообще не в ту сторону едем. Там как-то, да, очень странно показывает, куда ехать, я не могу понять. А, он типа хочет, чтобы мы вниз поехали, я понял. Давай сюда. Нам вниз надо. Ты на мост поехал, нам вниз. Вниз, вниз, вниз. А, хорошо. Он правильно показывает. Внезапно он правильно показывает. А ты думал, это цель указатель, как в Need for Speed Most Wanted или Carbon. Пьяный, ни хрена не понимает, куда вообще ехать. Стенку бывает показывает. Думаю, ну класс. На то, что я хотел. Так, я тут о птичке полутаю пока. О, тревога! Ага. Тревога! А что это вообще мы делаем, собственно, как она за спасение? Пленных спасаем! Понятно. Это прикольно. Реально рикошетит. Ага, вижу, ты тут уже разборки устраиваешь. Да я тут как-то со своей последней жизнью еще как-то справился, на удивление. Так не спеши, будь спокоен. Так, там ракетница. Да, я заметил. Есть, на последних секундах. Капец, у меня мне жизни, у меня ноль. У меня ноль жизни. У меня вообще чуть-чуть осталось. Нет. Прощай. Я не нашел аптечки. А, у тебя уже все было. О, дополнительная жизнь. О, норм. Можно жить. Точнее, можно умирать. Я далеко появился. Да, я знаю. Так, о, я на миссию приехал. Пробел, нажимаю пробел, тут типа КТЕ поехало. Ага, ну давай, мочи. Я зашел в управление краном, напинал всем по лицу, и кран начал двигаться. Кайф, вот бы всегда так краны работали. В доках там, в порту и так далее. Пошел, надавал вот по лицу и готово. Вот бы сделали в симуляторах там вот этих, знаешь, там типа фермер-симулятор, строительный симулятор. Симулятор давания по щам. Так, поехали. Какие-то проклятые человеки нам сопротивление оказывают. Я одну вышку оставил тебе. А, тут можно... Прикольно. Ну, типа мы через корабль проехали на другой... Это, вот этот берег. С кораблем эпизодик мне напомнил микромашинки. Если бы еще по кухне поехали, то да. Ну там, знаешь, по ванне, да, типа, да, или да, еще да, по да. Уточкам. Я знаю. По кухне, там, по плитам каким-то, по всему чему угодно. Аккуратно. Аккуратно. Ох, тут сколько хпшек. Ты взрывай вот эти вот стоящие бочки, или как они называются. Там хп будет выпадает. Да, я знаю, я делаю. О, это мне пригодится. Пулемет, наконец. Буду как человек стрелять. Мне бы два ствола. О, нет, я горю. Это огнеметчики. Да-да-да. Есть такое. О, я сам с огнеметом теперь. Это хорошо, давай, ответь, как это говорится, test your own medicine. Покажи я могу их жарить же оружие. Тебя. Женщины, идите сюда, буду вас жарить. Ну, то есть, в смысле, сжигать. Нет, жарить. Огнемет. Да не. Стоп, там что-то есть. А ну, подожди. Да ничего там нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, жизнь. На чем я. Вертолетик там был? Да. А там еще одного не было? Не. Блин, прикольно. Так что я теперь крылатый говнюк. Спасти пленника, уже едем. Только я теперь не могу, правда, тормозить. Ну, ох, нихера себе. Пускать. А зачем оно тебе надо тормозить, скажи мне? Лети и стреляй. Действительно. Ну как? Эту, в смысле, Эмми запускать, понял? А, о, не, это большое упущение. Готово. Зато, конечно, мобильность высокая. Блин, я бы сейчас с этим сразился. Мудаком, как его зовут?
Инферно. Вертолет на вертолет. Победи... Опять? Только не говори мне, что он опять на этом говне сейчас прилетит. Это будет совсем уже обидно. Он летит. Не хочет успокоить. Ну все, давай, один на один. Вертолет против вертолета. Вертолет с огнеметом против говна какого-то. Где вертолет с огнеметом? Ну да, это три. Нормально, выжигай его. Да ну все, не, неверно, так не работает. Надо, я же говорю, прилетать на чем-то более интересном. Это говно летающее. А говно, ну, как, шо, как правило, падает. Купил у Гугла дрон, увеличил его и думает, что он самый умный. Перекрасил красный цвет, сказал, нормально. Красный, значит, быстрый. И полетел. Сейчас вспомнила Лило и Стич про красный крейсер. А что, подходит, мы же на тропических островах. Может, он Лило и Стич и похищал как раз. Алоха, ублюдки. А там уже, ну, здрасте или до свидания, подарок. Сами думайте. Блин, храмы, сколько храмов уничтожено. Люди ж теперь не могут жертвоприношения приносить, как же да. Так? Уровень навыков великолепный.